Привет, дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. Вы смотрите видео с рецептом веганского рождественского десерта, а именно запеченное яблоко с орехами и сухофруктами. Такой десерт получается очень красивым, как вы сами видите, а главное вкусным и идеально подходящим для праздничного стола. Кого заинтересовало это видео с рецептом, смотрите видео дальше. Желаю вам приятного просмотра. Для этого рецепта мне понадобится 6 яблок, они крупного размера, я их уже заранее вымыл, и теперь мне нужно удалить у них сердцевину посередине. Делаю я, значит, таким образом. Беру яблоко и воспользуюсь вот таким ножом. У меня есть специальный набор для карвинга. Кто давно на моем канале, возможно, видели мои видео с карвингом. Если что, ссылка будет в описании под видео. Если у вас нет таких ножей, то воспользуйтесь обычными ножами или ложками, как вам удобнее будет. Желательно удалить всю сердцевину, чтобы ни одной косточки, ничего не осталось внутри. Насколько я знаю, косточки яблок вредны для организма человека. В результате сердцевина удалена. Мне не нужно прям всю мякоть удалять. Мне только нужно удалить сердцевину. Вся мякоть пусть остается. Также поступаю со всеми остальными яблоками. Забыл сказать главный момент. Как только удалили сердцевину, яблоки начинают сразу внутри чернеть. Для этого я воспользуюсь лимонным соком, которого налью немножко вовнутрь яблока. Вот так пальцем размешаю по всей внутренности яблока. Это поможет яблоку сохранить свою свежесть и не чернеть. Все. Сердцевину я у всех яблок удалил. Сока мне, кстати, лимонного понадобилось 20 грамм. Это приблизительно 2 столовые ложки. Все, внутренности убираю, они мне не нужны больше. И отставляю яблоки пока в сторону. Буду заниматься начинкой для них. Для начинки мне понадобится 30 грамм измельченного грецкого ореха. 60 грамм миндаля. Его, кстати, тоже надо будет измельчить мне потом. Чем я сейчас и займусь. Я его буду измельчать в измельчителе блендера. Вы можете измельчить его на мясорубке, если у вас нет блендера. Моя техника меня подвела, и поэтому мне пришлось нарезать вручную миндаль. Мой измельчитель сломался, так сказать, сказал, что больше не будет работать. Но я не огорчился и решил измельчить ножом свой миндаль. Сильно не буду измельчать, этого достаточно. Конечно, измельчителем было бы лучше, чем ножом, но ничего страшного. Далее на плиту я ставлю свой сотейник, добавляю приблизительно 20 грамм сливочного масла. Уважаемые веганы, вы можете добавить кокосовое масло или веганское сливочное масло. Растапливаю это масло. Добавляю сюда где-то 30-40 миллилитров миндального молока. Свой измельченный миндаль и грецкий орех. Все это перемешиваю теперь. Также мне сюда нужно добавить 6 измельченных фиников, которые я заранее замочил в воде, чтобы они были помягче, и измельчил ножом. Добавив измельченный и размягченный финик, я также все перемешиваю. Финики где-то час у меня простояли в воде, поэтому они мягкие и хорошо расходятся по всей смеси. Все, смесь у меня загустела. Огонь я выключаю. И теперь можно этой смесью начинить мои яблоки.
удобнее, конечно, будет выкладывать начинку вовнутрь чайной ложкой. Беру яблоко и начиняю начинкой, утрамбовываю и все складываю вовнутрь. Можно прям с горкой. Начинив яблоки, я их все укладываю в форму для запекания. Для запекания также подойдет форма для кексов, если у кого-то есть. Как раз под форму яблок. Накрываю свои яблоки аккуратно фольгой, чтобы не повредить верхушки. И теперь начиненные яблоки, завернутые в фольгу, я убираю в духовку, разогретую до 170 градусов на 45 минут. И по окончании 45 минут я вынимаю яблоки из духовки. Опа! И вот такая вот красота получается. Яблоки пропеклись полностью. 45 минут достаточно. Внизу они не подгорали, я их не смазывал. Из них вышел сок. Теперь я подожду, пока они немного остынут, и можно пробовать. В итоге вот такой вот десерт получился, красивый. Я его украсил сверху лимонным базиликом. У меня мяты не было. Вот, сейчас попробуем. Можно есть вилкой, чайной ложкой, десертной ложкой и обычной столовой. Попробую. Зачерпну мякиш вместе с орехами. Вот. И теперь попробую. Еще не успел донести до носа, уже чувствую аромат, который сразу же заставляет быстрее съесть такой десерт. Да, получилось очень вкусно. Сочетание орехов, молока, масла и яблока. Просто восхитительно. Попробуйте теперь вы приготовить такой десерт себе, особенно веганы. Потому что здесь нет ничего из продуктов животного происхождения. Конечно, да, я использовал сливочное масло. Веганы могут заменить его или веганским сливочным маслом, или кокосовым. Но миндальное молоко на миндальное молоко. Оно не коровье. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте ставить свои лайки, тем самым поддержав меня. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А также пишите в комментариях свое мнение о таком десерте. Всего вам доброго!